Вместе весело шагать. Это не на словах, а на деле доказали молодые славянцы, которые приняли активное участие во Всероссийском дне ходьбы. На спортивном мероприятии побывала наша съемочная группа. Всероссийский день ходьбы в нашей стране проводится уже не первый год. Главная его задача – привлечь как можно большее количество людей к занятиям ходьбой ради укрепления здоровья и общения. Участниками мероприятия в Славянске на Кубани стали студенты филиала Кубанского госуниверситета, техникума экономики и права, сельскохозяйственного и электротехнологического техникумов. Любая физическая активность – это прежде всего здоровье. Сегодня прекрасная погода, хорошее настроение. Я думаю, что этот день подарит вам много впечатлений. И поддержание этой спортивной формы позволяет нам жить, трудиться, что-то делать, достигать каких-то результатов. Хочется пожелать вам всем, прежде всего, общения, хорошего настроения. Славянские студенты охотно приняли участие во Всероссийском дне ходьбы. Они дружат с физкультурой и спортом, и это помогает в учебе. Хочу сказать, что приятно, что уделяется внимание популяризации спорта. Одним из видов, конечно, популяризации самый простой – это является ходьба. Ходите больше, ходите чаще, ходите дольше. Трасса здоровья пролегала вдоль городского пляжа. Благодаря прекрасной погоде и живописным местам намеченный путь участники прошли с удовольствием в хорошей компании. На финише каждому учебному заведению вручили памятные дипломы президента Олимпийского комитета России.